Счастье у котят продолжается. Сегодня уже 12 декабря 2023 год. Мы их подобрали 29 октября. Это вот весь ноябрь получается. Декабрь уже вот тут 12 дней, да, еще один там 2 дня в октябре. Они уже были с открытыми глазками. Кошка Муся. Вот. И я это называю коротко осенний приход, да, котят. А еще был весенний приход у котят, у кошки Муси. Но от весеннего прихода я всех котят себе шестерых забрал домой. Четверо вот ребята, друзья, разобрали в хорошие руки, знакомые. Очень довольны котятами. Котята умные, контактные. Ай, током бьется. Умные. За них не стыдно. Они и мышей ловят. Вот. И с детишками играются. И все члены семьи их полюбили. Вот. Поэтому вот, друзья, отвечаю. То же самое воспитание. Кошки Муси, то же самое воспитание, те же самые условия содержания, воспитания, создаем условия для них. Они классные, они игривые, кушают все. И сухой корм кушают с зоомагазина. И обманочки им делаю, каши гречневые, рисовые. Ну, то, что сами кушаем, там с печеночкой, там или с фаршем, там или с мясом. Но еще добавляю им... Феликса. Феликса вот с зоомагазина. Вот такие штуки добавляю еще Феликса. Вот. Сейчас вот две штучки добавил. На полкилограммчика где-то. Утка в желе со шпинатом. Ну, всякие разные там. Ягненок в желе. Прохладки. Целлофановый пакет, кашу, и туда выдавливаешь пакетик, и потом, как вот, ну, не знаю, пятиминутные огурчики мы так делаем тоже в целлофановых пакетах, да, перемалываешь. И вот котятки прекрасно кушают все, играются. Поэтому вы останетесь довольны. Надо их подарить, распространить видео, позвоните мне или напишите в WhatsApp +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram +7 914 974 45 45 голосом. Значит, я вам пришлю хорошее видео, которое не стыдно разослать. Вы не думайте, что они там из-под сарая, там из-под забора, да? Они классные, у них иммунитет классный, они игривые. Вот посмотрите, зайдите на мой YouTube-канал Староженко Владимир и посмотрите на наших котов. Фартовый черный и красавчик. Он как мейкун пушистый. Вот им сейчас по 7,5 месяцев. Это вот с весеннего прихода. Они классные, игривые. Осталось 2 мальчика и 3 девочки. Все, я им глазки закапываю, все, не запускаю. Как только появляется, все, у них вообще все здорово. Они прыткие, цепкие, ну, как надо, короче. Все, тут у них тренажеры. Вот. Останетесь довольны. Звоните +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram. Котята из Уссурийска подарим.